Так, итак, всем привет. Трон четырех ветров, 25 героек. Соответственно, в подземелье всего два босса. Первый босс это Конклав Ветра. Без разницы, как вы будете его убивать. Я советую, чтобы не было лишней платформы. Можно, соответственно, убить по порядку. Наносите один удар по первому. У вас запускается таймер 30 секунд, чтобы убить всех боссов. Последний босс, на который у вас достаточно времени после убийства. Умирают все три. Все, возвращаетесь на предыдущую платформу к Низиру. Пуэнна.